Ребята, привет! С вами Игнат. Начинаем новый влог. Я сегодня гуляю с Илюхой. Сейчас мы смотрели, тут миндаль зацвел. Если мы также назад пойдем, я его подсниму. Вот он, Илюха. Вон она, зеленая трава. Илья для группы пофотографировал. Я, кстати, знаешь, что сделал? Я по умолчанию сделал, ну, чтобы и на влоговый, и на основной. И Инстаграм твой добавил, короче. Семьи из лайф. С проспекта Плитка. Вот она где, оказывается, Илюха говорит. Куда, интересно, ее сделают? Не, это ту, которую сняли. Ну, я понял. Ну, ее же куда-то можно использовать. Домой можно. Самая рабочая схема. Идем мы сейчас к Юле в магазин. Надо зайти купить печенюшки. Мы взяли с собой чай. И вообще мы идем сейчас по... вверху по дороге до Понизовки, там спустимся через дорогу Мрии, вот где винный этот парк строили, там до сих пор до хрена машин, вот так спустимся в Понизовку, потом спустимся на пляж Понизовки, там пьем чай и возвращаемся в Семиз, а потом еще после всего этого стрим запускаю. Такие, короче, у нас сегодня планы. Что хотел сказать? А, на улице у нас сегодня минус один. У нас холодно. Но начинает все цвести. Вот уже видите, еще цветочки какие-то вылазят. Смотрите, где завалился. На солнышке лежит. Дурной котик. Солнце капец как греет, ребят. А как море отсюда проявится? Я одел даже подштанники. Жирнюхин лежит. Почти что коточёная. Вот здесь вот Илюха тоже что-то снимает на канал. Я фотографирую. Отсюда, блин, такие кадры хорошие. Но много проводов. Но в ином случае даже интереснее с проводами. Вот. Погулять называется, пошли. Я фотою. Еще даже уже вышли минут 40, как вышли. Даже до дороги не дошли. На трассе, конечно, ребята, пылища. Но все равно на Шанкая. Сейчас я сфоткаю кусочек Шанкаи и покажу, как она в облаках смотрится. Смотрите, какая там чернота. Ой, как классно. Я уже во влог говорю, вышли вдвоем погулять. Один снимает, другой фоткает. За 40 минут даже... О, к деньгам. К деньгам. За 40 минут, говорю, даже не из семьи за ее вышли. Хочу, ребята, вот на эту скалу подняться. Как ты, Илья, говоришь, святой Илья, да, называется? Святой Петр, какой Илья? Ну и все же скалы Ильяская. Святой Петр, ребята, вот сюда хочу. На нее залезть и не был я там, на удивление. Блин, а гляньте, как там. Там, ребята, вон три корабля уже плывет. Я один видел, а Илья говорит, он еще там с краном есть. Теперь их все три видно. Потолка отражает, но хоть это не видно. Можешь сфоткать.
Так, ребята, иду я туда к Илюхе. Так, вот отсюда, наверное, пойду. Что-то он там прикольное увидел. Он где стоит, я его сейчас пофоткал, конечно, тоже. Где тут самолет? Смотри, какой огромный костяк. Ага. Да. Было бы вдоль дороги все в таком размарине. Елки какие пушистые. Да вообще капец. Я еще тогда удивлялся, какая она здесь. У нее иголки такие огромные. А это еще больше, чем. Уже 2 часа гуляем, от 7 за не отошли. И мы идем и все фоткаемся, снимаем, невозможно продвинуться. Интересно, сколько времени? Это, ребята, гребень кошки поближе. Давненько мы сюда не ходили, ребят. Надо же очки одевать в такую погоду. Блин, какое оно все такое масштабное тут. Прям. Вот отсюда Илюха же говорит, машину вроде бы скидывали или там подальше. Вот этот дом, ребята, который стоит. У них шикарный вид из 2-го этажа. Блин, как отсюда от башни классно. Видите, у них прям как раз на юг окна развернуты. Старая дача такая красивая тоже, видите? Печку топят. У них южные террасы тоже вон куда уходят, но у них такая большая елка тут уже перед балконом выросла. Thank you.
В общем, ребят, не получилось у нас. Первоначальный план не получился. Идем мы на колодцы. Провожать закат, идем новый, через... Новый год, чаепитие. А, да, старонавогоднее чаепитие у нас сегодня. Реально сейчас будет. Короче, вот отсюда мы пошли вниз. Я все говорю, Голубой залив, это же Симеиз тоже, ребят. Капец, я все никак не привыкну, что это Симеиз. О, у них тут крышу сделали. А что ты говоришь, дом разваливается? Он какой хороший дом. Снежники. Вот этот дом, ребята, на расселение написано. Там не, типа расселить не позднее 16-го года, который мне понравился. Сейчас у девушки спросили, она говорит, типа в Ялту вроде как. Но эти дома еще даже не начали строить. Я просто ржу. Илья говорит, вот видишь табличка на расселение не позднее 16-го. Бабам, 22-й наступил. А дома даже еще и не строили. Вот это место реально крутое. Тихо здесь, так хорошо. Дорогу, правда, слышно. А вот она и дача, ребята. Я сверху показывал, вот она и снизу. Блин, какая кладка идеальная на доме. Вообще красота. Вот эту дорогу не люблю. Тут не дай бог с кем-то встретиться. Хрен разъедешься. Смотрите, какой тут Новый год. Классно так. Такие балконы. Злюкин, Злюкин, Злюкин. А сам хвостом машет. А что там Илья достает? А что там Илья достает? Ага. Ага, все уже сразу не лаешь. Домашний, видишь, он с ошейником. Защитник, ах ты защитник. Пошли, говорит, пока подкупили. По Сократу мы, ребята, идем. Я говорю, сколько тут еще строить, вырубай. А может это, Илюха, знаешь что? Может это к кошке уже относится? Повырубают, думаешь? А? А, это уже продается? Ну да, столько места прям. Стопудово застроится все. Хоть посмотреть на это. Пока не застроилась. Мы сейчас выйдем прям практически на колодце. Вон где мы вышли. Вот уже кто-то. Я просто Илье говорю, мы, по-моему, закат уже просрали. Вроде как еще. Это же вот эта дорога, да? Блин, какая она узкая. Я помню, что я ее так не люблю. Из-за того, что она вот такая узкая. У меня где-то есть ролик, я вот здесь вот шарахался и снимал. Дачи тоже старые, видите, тут все поразобрали, все порасхреначили, все дачи эти старые поубирали. И строят гостиницу. Теперь у меня уже тут ролик тоже стал, блин, историей. Блин, а интересно, я его загружал на YouTube, тот ролик, нет, когда я тут красиво шарахался. Да, ребят, там такой закат красивый начинается. Ну, сейчас покажу. У них тут, они себе эти вело-голубой залив и парковку сделали, и вон, и этот поставили. Ни хреново. Ну да, это генератор. Смотрите, ребята, столб упал. Вон как провода. Ну, конечно, все отключено, но тут можжевельничек пострадал. Не берись! Отойди! Ну вот где мы вышли, где я и говорил. Практически на колодцах. Какой год? 1969, да, наверное. Да, какой-то ветер, блин, начался. Сколько крутых фоток получилось, ребят. Если кто-то
тут не разглядел, хочет еще посмотреть, заходите в Инстаграм, на личный Инстаграм, ссылка в описании. У меня профиль закрытый, потому что задалбывать не то слово продвижением аккаунта. Они меня просто уже бесят. Я в день удаляю по 20 нахрен этих продвижений. Вы добавляйтесь, я вас добавлю. Ну все, ребят, чай настоялся. Мы нашли сегодня кружку Керчь. Наливаем травянистый чай. И я буду пить из кружечки Керчь. Что мы провожаем? День? А, Старый Новый Год же сегодня. Закат. И нет, и Старый Новый Год мы провожаем. Ну да. И Илюхин чай. Так, ну вот, вот, ребят, вот так еще тоже закат показать. Илюху показать. Смотрите, как мы утеплились на самом деле. Наверху было тепло, а тут холодно. Ну, на удивление, блин, мы шли по трассе, там не было ветра вообще. Здесь ветрище. Ребята, сейчас закончился стрим. Сижу чаевничаю. Разобрал сзади всю эту красоту. Елку туда убрал, камин туда убрал. Надо гирлянду включить. Старый Новый год же все-таки. Заходил Илюха. Он пошел это. Там. Ну, ему надо в одно место сходить. После он придет. Ну, он буквально сейчас уже, в общем, время сейчас 21:39. Я уже все разобрал, камеру убрал, ноут убрал, все это убрал. И сижу чай пью. Короче, Илюха пошел к знакомым, побудет у знакомых. Слышите, я вообще что-то через нос стал говорить после сегодняшней прогулки. Хотя и вчера вроде так говорил. И придет. Я сажусь сейчас салат резать. Я на винегрет вчера купил. Спасибо продавцу, она мне подсказала про огурцы. Я вообще бочковые огурцы купил. У меня там будет и квашеная капуста, и бочковые огурцы, и горошек. Короче, винегрет будет такой... Красота, а не винегрет. С наступающим вас уже... Пока что с наступающим, но на самом деле уже с прошедшим. Что, пятницу Старый Новый Год, а в субботу влог выйдет. Ну, сейчас четверг. Ребята, все, осталось, вот, не вру, 7 минут до Нового Года. Провожаем и встречаем. В общем, в этот раз надо загадать желание. Илюха пришел, винегрет готов, Илюха принес тефтели. Также у нас будут маслинки, домашний черный хлебушек. И вместо всякого шампанского детского или взрослого у нас будет чай. Кофе-чай. Кофе-чай, да, или я чай. Ой, кофе, я чай. Пробуем винегрет. С капусточкой. Так. Это Ольга Владимировна нас тефтелями, как всегда, угостила. Что-то, да, от Ольги Владимировны на новогоднем столе и у нас хлеб, есть. Хлебушек тоже. Да, я хлеб. В общем, все я сделал. Илюха тоже все сделал, успел. Ну, давай проводим старый год. А мы его и не провожали. В нашем случае. Нет. А, ну мы со Светой-то провожали. Старый год проводим. И сейчас в 12 будем загадывать желания. Ну все, ребята, теперь уже вас с Новым годом по-настоящему. Ребята, привет. Смотрите, что у нас сегодня с утра. Шел. Даже я бы сказал, лед. Видите, вон снег лежит.
И такая, ну, как в сказке, вот так вот потихонечку он падает, падает, падает. В общем, вот такие чудеса расчудесные. Я пошел в магазин, схожу. Надо, ну, короче, надо кое-что подкупить. Пойду сюда к Юле на гору схожу. Ой, как красиво, сейчас покажу вам. Не знаю, видно, не видно, как снег такой падает. Прям так плавно, плавно. Эту неделю, ребята, обещали холодную. Но вот мы с Ильей позавчера мы ходили на Коцевели. Ну, через Голубой залив спустились. Семис. И... вон, видно, наверное, как снег сыпется. Я думаю, это видно будет. И... вечером был сильный ветер, когда мы чай пили уже. Вчера было всего лишь плюс 5. Всего лишь. Вчера было плюс 5. Короче, вчера была шикарная погода. Алюха мне... ой, как можжевельником пахнет. Алюха мне еще говорит, похолодать. Капец, как можжевельником пахнет. Вот, наверное, вот в это время дня еще так море отсвечивается. В какое-то время он максимально... открывается, что максимально у него, из него фитонциды все выходят. Но вот, вот этих можжевельничков, конечно, уже скоро не будет, если эти участки все продадут. Ну и, короче, вчера было плюс 5. Вчера была шикарная погода. Я вечером пошел, ну, уже практически ночью, прошел 10 тысяч шагов. Это знаете, какой круг получился? Это я вот здесь поднялся на трассу, дошел до поворота Алупки и через Алупку спустился до санатория Южнобережного и по нижней трассе прошел домой. Вот такая у меня вчера прогулка на 10 тысяч шагов получилась. Ну, ребят, реально, на самом деле сейчас плюс 3, вообще тепло. Вот. Кактусы в снегу. Тут еще, смотрите, как вода по дороге хреначит. Ох, вот сейчас, наверное, будет как снег сыпется. Офигеть. И гору в снегу. Как красиво снег на горах смотрится, капец. Прям горох с неба летит. А еще Илюха где-то вот здесь миндаль цветущий снимал. Сейчас я тоже засниму. Кстати, я здесь ролик и начал. Здесь и закончу. Вон какие зеленые пальмы. Блин, он что, отцвел уже? Что, уже все? Явно вот здесь где-то мы снимали этот миндаль. Или дальше. Вот близки море видны, надеюсь. Ребят, ну все, на этом я с вами попрощаюсь. Спасибо, что посмотрели влог. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. С вами был